Точка входа. Улыбайся, загадочно улыбайся. И не размахивай руками, как мельница. Чемодан он собирает, сволочь. Порядочные мужики, уходя, забирают только носки и трусы. А тут еще и маечки складывает. Сволочь. Улыбайся. Позитивнее, ну позитивнее. А может броситься к нему на шею? Дура! Дура? А может на колени перед ним рухнуть? Дура! Дура. А что делать-то? О! А может его того? Чего того? А тихонечко сковородочка по голове. Чего? Силы не рассчитаешь? Ну я же сильная. Как замахнусь и дам ему! Да я не в этом смысле. Баба, ты-то сильная. А вдруг убьешь? А это статья. Ну, не хочу в тюрьму. Тогда скажи, что делать? Улыбайся, улыбайся. А свободная женщина. Нафига мне такая свобода? Свобода – это прекрасно. Будешь заниматься только собой. Зачем? Затем. На кружок игры на ударные запишешься. С твоей-то селищей. Ты же всегда мечтала смотреть сериалы без перевода. Выучи бразильский. Да как-то все... Времени не хватало. Финансами будешь сама распоряжаться. Без вечных покупок американских удочек и ремонта сдохшего автомобиля. Да? О, а я шубку куплю. Босоножки. Те, с бантиком. С тем парнем из юридического отдела поужинать сходишь. Он на тебя так смотрел. Да, в Макдональдс. Он мне, кстати, предлагал шубку одену и босоножки с бантиком. Не готовить никому, не стирать, не убирать. Ой, только маникюр, педикюр, масочки, ой, массажи. Знаешь, хочу на экскурсию в Германию. Не зря же полгода учила. Sprechen Sie Deutsch? Ну вот, вот же, ну вот, а ты позитива ты не видела нигде. Ой, заживу! Ну что опять? Он на коленях стоит, чемоданом коленки целует. Кому? Ну не чемодан уже.